Смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей. На линию вышли автобусы, перевозящие школьников, проживающих в отдаленных районах нашего города. Автобусы ежедневно доставляют учащихся в школу бесплатно. В карауле растут бананы. Учителя села Караул на родине Абая выращивают бананы в теплице. Рамазан Кусаинов занял первое место на соревнованиях, которые недавно прошли в Нур-Султане. Наш земляк неоднократно одерживал победы в таком виде спорта, как джиу-джитсу.